Красота. Привет, мои любимые. Мои любимые девочки. Добрая, прекрасная. Ночь. Я думала, уже утро. Нет, еще ночь. 2:22. Что-то мне так захотелось. Я уже и настирала, и накупалась. Не знаю, чего. Я посмотрела. Сейчас 2:22. Думаю, надо что-нибудь перекусить. И я решила сварить себе пюре из репки, из картошки, из морковки. Там внизу и морковка, и картошка, и лавровый листик, а это репка. Запах стоит обалденный. Когда я первый раз попробовала репку, вот что-то в ней было такое, знаете, я точно знаю, что я ее никогда не ела. А было такое чувство, что что-то знакомое, как будто где-то на клеточном уровне. Может, мои прабабушки, прадедушки ели. Не знаю. И мне она очень-очень понравилась. Надо этот белье собирать. А мне хочется поделиться с вами своим стихом. Что-то я смотрю, у меня все какое-то розовое. Взяла телефон свой у подруги, пока она спит. На улице темнота. Видите? Привет, телефончик мой. Любимый, привет. Как тебя Юлька не обижает? А, времени. Вот. Видите, 2:23. Не знаю, если вам видно. Да, видно. Сейчас прочитаю вам стих свой. Та-дам. Вот чего я сразу не нашла. Такой фигней занимаюсь. Давай, Люся. О, нашла. Ну, слава Богу. Так. Не знаю, если вам понравится. Сейчас посмотрим. Мне прислал друг ВКонтакте такой интересный самый пост. Я даже на стену себе поставила. Ну, а теперь стих. Утренний или ночной, 3 часа назад. Это значит, времени было 11. А осень вызывает грусть лишь потому, что смотрите не сердцем. Откроется ваш третий глазик пусть, и вы откроете в любовь и радость дверцу. Увидите янтарь в листочке каждом, и в капельке алмаз и бриллиант. Все вечное вокруг вдруг встанет важным. И осознаете, все дар, а не талант. Все вам даровано любовью безусловной. И зрение, и видение, и слух. От морока проснетесь словно, и в пчелок превратитесь вы из мух. Для спящих стих лохматый мой, я знаю, умею, как они, смотреть глазами. Лишь созерцая сердцем, наблюдаю. Мы все одно с росой, травой, цветами. Давно не вижу в осени я грусти, а лишь игру любви и танец Бога. А кто-то видит грязь лишь в луже, пусть и для него я не скажу у Бога. Все просто есть, и спящий, и осознан. Мой ум не делит и не судит. Весь мир для нас любовью создан. Он неделим, а был и вечно будет. Поставила такую картиночку, прекрасную песню Мишель Легран. «Осенняя грусть». Очень мне нравится.
И 14 уже моим друзьям понравился стих. Три человечка себе взяли, 63 почитали или посмотрели. «Все вокруг происходит наилучшим образом», — написал Ась Альберт. А Ась есмь любовь. Что тут написала? Сейчас посмотрим. «Бог сильнее любых обстоятельств». Конечно. Наталья Зрянова прислала вот такие прекрасные листочки с дождиком. Лепота. Тут сердечко. Озеро. Спасибо, Наташенька. И Альберт, спасибо. И а здесь любовь. И Джулио Кесар, спасибо за сердечко. И, конечно, Людочка Косачева. Ирина, благодарю, написала и прислала вот такую розу. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. О, какая красота. А я буду есть репу с картошечкой, с морковочкой. Ну вот ягодки тоже люблю. Хотя у меня есть замороженные. Такое утро. Я не знаю, я проснулась во сколько. Даже не знаю, во сколько на часы вообще не смотрела. Башка еще мокрая. Только из душа вылезла. Сейчас снова прочитала этот комментарий Оксаны, которая пишет, что там где-то в интернете увидела, что нужно мыть с кефиром, с мукой, с яйцами. Я ржала, правда. Ладно, буду белье снимать. Это пусть высохнет. Еще мокрое полотенце. Потому что я помылась. Мое любимое единственное полотенце. И уже сейчас покажу, порвалось. Я реально его люблю. Вот видите, порвалось в машинке. Потому что ему уже не знаю сколько. Все, у меня только это. А вот это зеленое. Нет ни одного полотенца, вот честно. Так вот.